Здравствуйте, меня зовут Алсунур Эльван, мне 22 года. Я студентка юридического факультета Анатолийского университета, живу в Эскишехире. Наш факультет был основан в 1993 году и расположен в одном из самых красивых мест, кампусу Юнуса Эмре. Цель нашего факультета – это квалифицированное обучение, после которого наши выпускники смогут выполнять все виды юридических профессий сразу же после окончания учебы. На нашем факультете преподаются все необходимые базовые дисциплины для того, чтобы студенты могли выполнить все виды юридических профессий. Кроме того, у нас предлагается широкий спектр профессиональных элективных дисциплин, в частности для студентов, которые хотят работать в более узких областях после окончания учебы. На нашем факультете есть обширная компьютерная лаборатория, доступная всем студентам. Кроме того, у нас есть зал слушаний, где студенты могут выступать в качестве адвокатов, судей и прокуроров на этапе разрешения гипотетических споров и таким образом получать практику. Студенты, которые продолжают обучение на нашем факультете, могут в летние периоды пройти стажировку, работая с адвокатами. Кроме того, студенты, которые завершили свою годичную обязательную стажировку, сразу после окончания учебы могут работать в качестве адвокатов. А студенты, которые успешно сдали экзамены для работы в суде и прокуратуре и завершили двухлетнюю обязательную стажировку, могут занять позиции судей или прокуроров. Студенты, окончившие наш факультет, после прохождения обязательной стажировки могут занять позиции адвокатов, судей и прокуроров. Кроме того, есть возможность трудоустроиться во многих областях, таких как посредничество, юридическое консультирование, академическая область и нотариальная область. Я выбрала этот факультет, чтобы иметь возможность понимать нормы права, включенные во многие сферы жизни. Мне хотелось служить обеспечением справедливости. Эскишехир доступен для комфортной студенческой жизни со своими социальными и культурными удобствами. Наш факультет и университет со своими социальными и культурными возможностями поддерживают студентов как личности на их пути. Кроме того, наш факультет с глубоко укоренившейся историей и сильным академическим персоналом обеспечивает оптимальную среду для развития студентов в академическом плане. После окончания учебы я хочу стать научным сотрудником в области публичного права, получая параллельно послевузовское образование. Я планирую выполнять свои обязанности как выпускник юридического факультета, который имеет свою долю в развитии юридической доктрины, получив ее как путем обмена информацией со студентами, так и благодаря проведенным исследованиям. Я советую студентам, которые планируют выбрать наш факультет и университет, не испытывать никаких сомнений, а принять во внимание все причины, которые я перечислила ранее. Помните, что университет является очень важным процессом не только для академического развития, но и для социального и культурного развития. Все преимущества нашего города и университета помогут вам жить комфортной студенческой жизнью. Я желаю успехов всем студентам, которые будут сдавать экзамен. Мы будем рады видеть вас на нашем факультете.